Пожар в центре Москвы уничтожил элитные автомобили. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Огонь вспыхнул рано утром на открытой стоянке по адресу Оружейный переулок, дом 15. По разным данным, на открытой парковке в Оружейном переулке сгорело от 8 до 13 автомобилей, включая модели Rolls-Royce, Mercedes и Porsche. Полиции не исключают, что причиной ЧП стал поджог. Сейчас на месте работают следователи.